Попробуем здесь. Какой у нас план? Перебьем их и украдем лодку? Лодку-то мы точно заберем. Помешают нам, сами виноваты. Надеюсь, их там мало. Здесь все в хлам. Что ж такое? Иди сюда, давай. Помощь нужна? Не, я сам. Ты с моторка приехал. 13-м снайдер. Повторяю, у причала работает снайдер. Скорее всего, налетчик. Вызываю все отряды. Прием. Черт! Вы четверо. Закрепитесь на перешейке. Остальные остаемся здесь. Будем ждать приказа. Какого хрена? Мы должны сидеть тут, пока наших отстреливают. Нам дали приказ. У них хватит людей, чтобы разобраться с одним снайпером. Там, сверху. Жестокая. Мы можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томе. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так а что если мы... он в беде? Он позаботится о себе. Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Заработал. Где причаливать? Давай с той стороны. Есть. Я отправил 4 бойцов на причал. Принято, Гамма. Готов. Не думаешь, это повлияет на жизнь? Знаю. Охраняйте периметр. И чтобы больше не... Тихо! Субтитры сделал DimaTorzok.
Да. Шрамы, нарушители, зараженные. Ну, денек. Все только начинается. Да уж. Пошли. Надо поискать припасы. Хоть отвлечемся ненадолго. Замолчи. Так, ладно. Спокойно. А ну заткнись. Тварь. Порядок. Погони нет. Но где это колесо? Не вздумай застрять. Что дальше? Вперед. Издеваешься? Заводись. Есть. Thank you.
Черт! Уничтожите! Это девчонка! Кончай! О боже! Так, как мне вытащить оттуда эту хрень? Твою мать. Твою мать. Теперь к этому чёртову колесу.
Наконец-то. Есть. Ну, Эбби, где ты? Thank you.
Что это такое? Да где ж тебя носит? Черт. Боже, что за хрень тут творилась? Несколько. Срань. Оуэн. Серьезно? С того острова не возвращаются. Сколько раз Эбби рисковала жизнью ради тебя? Это ее выбор, я туда не пойду. И не надо! Уходи! Пошел ты, Оуэн. Руки!
Где Эбби? Ты та девчонка из Джексона. Скажите мне, где она? И тогда ты нас не убьешь? Дашь ей, что она хочет, и нам конец. Вам незачем умирать, мне нужна она. Вранье. Ты. Иди сюда. Сюда, я сказала! Покажи мне на карте, где она. Потом ты. И уж лучше, чтоб совпало. Ладно. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Может, не надо? Стоять! Давай поговорим. Отошел назад! Покажи, где она. Показывай! Скажи мне, где Эбби? Она... Твою мать, где она? Она... Тихо. Мне жаль. Все хорошо. Пойдем. Пойдем. Все хорошо. Смотри. Что, придумал план? Я думаю, можно пройти через низину. Вот здесь. Возможно. Ага. А может так? Вот здесь. Не. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эллинсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично. Элли,
они расплатились сполна. Но она будет жить. Да. Ты согласна? Выбора нет. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Ха! Нет уж, сам ищи, как подлизаться. Ты в порядке? Да. Элли. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей – мои проблемы. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем… Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Чёрт! Джесси, встать! Подними руки, или я и этого пристрелю! Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Тварь! Ладно! Нет! Нет! Брось оружие! Бросай оружие! Черт! Нет! Нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства. Вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали?